Красненькое, розовое, розовое. То есть оно не заветренное. Оно с утра было еще живым. Андрюха говорит, никогда не ел мясо из тандыра. Поэтому для него надо особенно постараться человеку уважить. Сейчас подготовим чесночок. Вот когда кинза вырастает, вот, из нее получаются вот эти зернышки. Вот это и есть семена кориандра. И с лимончиком. А второй сделаем с... То же самое, только без лимона. То же самое, только... Только другой кусок. Не знаю, что тут сказать, что как с каламбуром. Часть плотная, которая есть, туда засунем лимон. Активненько делаем, польем маслом. Для чего? Жирную баранину мазать маслом. И без того, да? Чтобы лучше приклеились специи вот эти. Зира, перец и кориандр. Вот. Все, теперь вот нужно тромбануть. Итак, у нас прошло 2 часа, и сейчас мы просто достаем и при вас разворачиваем и смотрим, что получилось. Вот так. Смотри, как капает. Фух. Трюки. Это фух, было... трюки просто. Это было это. Пошли. Сейчас мы выкладываем сюда наверх. Как капает сало, ты видишь? То есть вот сюда мы выкладываем картошку, полностью забиваем всю решетку. И все, и погружаем. Вот прям так. Хоп. Хоп, уже устал, уже сегодня у нас оператор сказал, я манал. Вот так мы его берем. Раз. Вот она, голяшка наша. И пошли срезать. Вот так вот. Раз. Вот так. Хорошая. Что первая ножка, что вторая. Вот так. Все хотят кушать сало, которое у нас шло для пропитки. Мы снимать не будем, мы его оставим. Снимать, имею в виду, на наше блюдо.